Приветствую, дорогие друзья! С вами вновь я, Frostfire, и сегодня мы продолжаем с вами проходить Frenbow по многочисленным запросам, как говорится. Но на самом деле просто надо, поскольку мы уже ее начали по многочисленным запросам, то надо бы ее и допройти. Остановились мы на том, что попали в некий странный мир живых растений, деревьев и я не знаю чего. В общем, я так понимаю, Френ немножечко обкурилась или ее обкололи некими галлюциногенными веществами, пока она лежала в этой психиатрической больнице. Вот, ну не знаю, в общем, что здесь происходит. На самом деле чертовщина какая-то, много наркотиков, розовая вода и так далее. Поэтому, почему я все это говорю? Потому что большой перерыв у нас был с предыдущего раза. Пытаюсь сам для себя хотя бы вспомнить. Ну ладно, в любом случае мы продолжаем, мы нашли хотя бы нашего котика. Мистера Полночь. Ну ладно. И можем с ним поговорить. И вот Френ у нас теперь просто как бревно. Неважно, ладно. Ты сказала, что нам нужно найти гору Котром и великого волшебника. Да, наверное. Я не помню, что нам... А, да, какой-то волшебник, что-то найти надо. Давайте пойдем сюда, посмотрим, что здесь. Жук. Некий жук. Нет, вы не можете войти. Закрыто. Простите, я просто хотел узнать, что за этим проходом. Библиотека, конечно же, но она закрыта. Возвращайся зимой или осенью, тогда она будет открыта. Эй, ты то говорящее дерево, что я отвел к Палонтросу? Да. Да, это я. Палонтрос дал мне руки и ноги. Да, и голову. Это очень хорошо. Да, но почему библиотека закрыта, сэр? Все логично. Когда солнце вращается вокруг второй луны и версты, мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. А это случается только зимой и осенью. Получается, вы ничего не изучаете весной и летом? Конечно, изучаем. Мы учимся постоянно. Сейчас я узнал, что ты любишь задавать много вопросов. Мне любопытно, вот и все. Здесь в Иверсте все выглядит по-другому. Видимо, ты не из тех мест, не из этих мест. Что ж, надеюсь скоро тебя увидеть. Да, спасибо, сэр, пока. Ой, да ну тебя. Ух ты. Ну-ка. Ничего себе, немного страшно, но красиво. Окей. А, господи, боже мой. Здравствуйте, сэр. Что вы делаете? Что вы делаете? Просто стою, видишь? Гора Котром. Понятно. Вы знаете, где находится гора Котром? Да. Вы можете сказать, где это? Да. Скажите, прошу. Гора Котром находится в зимнем времени. В зимнем времени? О чем вы? Конечно, в зимнем времени. А ты что подумала? Но я не могу ждать до зимы. О, ее не надо ждать, туда нужно отправиться. Отправиться? Но как? Ох, извини, я не умею объяснять. Иди вниз по лестнице и прямо. Найдешь часовщика, он объяснит, кажется. Он пытался мне объяснить. Хорошо, спасибо, сэр. Господи, боже мой. Так они не умеют объяснять вообще, попутали меня совсем. Непонятный язык. Любопытно, написано ли здесь и верста. Должно быть, это так. Вот гора некая. Гора. Гора. Очень большое дерево. Красивые бумажные вертушки. Опа. Дратути. Хороший день для тканей ниток, к вашим услугам. Хорошо, ткани и нитки, чтобы делать вещи. И пуговицы. Боже мой. Привет. Кто здесь? Кто? Я Френ, вы меня видите? Теперь вижу. У тебя 4 глаза, ух ты. Что? 4 глаза? У меня не... Что вы продаете? Самый лучший пломбас со всей земли. Хочешь их понюхать?
What? Конечно, они похожи на кокосы. Это какашки, мисс. Какашки, которые я собираю, это не кокосы. Какашки, как в туалете? Ничего себе, я думала, какашки есть плохо. А-а-а. Почему плохо? Они вкусные. Здесь их любят. Они помогают расти и сиять. Мне нужно идти. Удачи с пламбасами. Пока. Боже мой. Привет, я Фрэнк. Что вы делаете? Добрый день. Я Прутер. Я кую этот кусок железа. Для чего? Мне нужно сделать часовщику несколько деталей. Понятно. Вы делаете любую работу по металлу? Конечно, если у тебя есть идеи, мы можем их обговорить. И тук-тук, я это сделаю. Хорошо, спасибо, сэр. Пора работать. Если тебе нужны мои услуги, ты знаешь, где меня найти. Окей. А, я так понимаю, это часовщик. Здравствуйте, что делаете? Работаю над своими часами. Понятно. Сэр, вы знаете, где я могу найти великого волшебника? Нет, мисс, я делаю часы, чиню часы, слушаю часы, тик-так. А вы знаете, где находится гора Котром? Гора Котром существует в зимнее время, иначе это обычная гора. Я не могу ждать до зимы. Король сказал, что волшебник будет в горе Котром. Тебе не нужно ждать зимы, это абсурд. Время — это бесконечная слоистая реальность. Слоистая реальность звучит здорово. Что мне делать тогда? Иди к большим часам и поменяй время года. Просто поменяй его. Окей. Где находятся часы? Иди к замку, но когда увидишь лестницу, поверни налево. Ты найдешь большие часы на дереве. Удачи. Спасибо, сэр, вы очень добры. Пока. Окей. Здравствуйте, леди, что нового? Добрый вечер. Желаете почитать газету? Я не могу читать на иверст. Как называется язык иверсты? Ты не знаешь? Он называется иверский. Ты турист? Да, я турист. Меня зовут Френ. Никогда не видел туриста. И тем более не видел Френ. Добро пожаловать в иверсту. Надеюсь, тебе будет весело. Большое спасибо, мне пора идти, пока. Ладно. На перевозке тяжелых вещей. Ну ладно. Ой. Окей, нет, я перешел все-таки на другую. Так, я так понимаю, мне сюда. Мне вон туда, вот, да, вот, спасибо. Вот. Очень странные часы. Где цифры? Полагаю, время версии работает по-другому. Так и мне нужно зимнее время. Ох, судя по звуку, что-то сломалось. Может, я делаю что-то не так? Как это работает? А что у меня есть? Окровавленный нож. Что-то не работает немного. Ух ты. Я бы хотел одолжить эту лодку. Действительно. Окей, очередная загадка природы. Привет. Добрый вечер, живое существо. Все хорошо? Да, я в порядке. Что вы делаете? Я нюхаю этот цветок. Прекрасное творение. Вы кого-то ждете? Я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? На мой взгляд, они немного кислые, но лимонад вкусный. Я как раз буду делать лимонад для посетителей бара. Мы добавляем туда кое-что еще, чтобы улететь. Чтобы улететь? Улететь? Ух ты, я бы попробовал, звучит здорово. Да, вот почему я жду. Я не могу их торопить. Эй, бар открывается осенью. Будет выступать потрясающий танцор. Ты должна прийти и потусоваться. Может, я и приду. Звучит весело, спасибо, пока. Может быть, ты мне подскажешь, как... Подскажет, как починить часы. Я вот что хотел спросить у него, но, видимо, не подскажет. О, интересно, что это? Похоже на тропическое место для вечеринок.
Вай-в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 ай-
как феи из моих книг. Чистейший из чувств свет всей материи, мы Валаки. А, вы сияете и делаете меня счастливой, такой счастливой. Смотри, создание, один из молодых Валака получает маску. Ом бага ма пе амил гро, ом бага. Что происходит? Вайн солнце, создание из почвы, фрукты семечка. Будь свободен и пусть вселенная светит тебя правдой. А куда вы все идете? Мы продолжаем наш путь к жизни. Да пребудет с тобой свобода, мой друг. Сэр или мисс, вы можете творить волшебство? Вселенная постоянно творит волшебство. Ты сама полна волшебства. Но я хочу узнать. Странно, мне кажется, что вы знаете все на свете. Мы свет, мы повсюду. Какие ответы ты ищешь? Я хочу узнать, кто убил моих родителей. Почему монстры охотятся за мной? Правда придет к тем, кто ищет. Твой путь к истине бескрайний. Ты живешь в мире, который повернулся к тебе спиной. Ты слишком слаба, чтобы узнать правду. И сильна, чтобы отпустить ее. Но... Дорогая, не грусти, нам нужно идти дальше. Мяу. Да, котик, ты прав. Окей. What the fuck is this? Ну, это перемещает руки Валака, потрясающе. Ух ты, какой огромный... Какой огромный Валука. Что это значит? Может быть, это мне как-то поможет время года поменять? Например, вот так? Я не знаю просто. А, или это направление ветра меняет? Чё-то у меня такое подозрение возникло, что это направление ветра. Ну, указывать на горы, должно быть, это гора Котрым. Мне ж, типа, сюда пока нельзя. Ну, не надо, в смысле, нужно же зимой, типа. Здесь ничего нет, кроме цветов и деревьев. Ой, блин, я чувствую, я здесь долго буду блуждать. Вершина горы находится высоко. Потому что это вершина. Да ладно, ты гонишь. Элементарно, Ватсон. Ой, здрасте. Я знаю это дерево. У тети Грейс есть такое дома. Окей. Так, как мне активировать эти часы, долбаные? Ой, судя по звуку, что-то сломано. А, может с этим поговорить, что ли? С кузнецом? Не сказал, что здесь что-то сломалось. Привет, я Френ, что вы делаете? Добрый день, я пру, торгую железо. Это уже было. Любую работу? Нет, не могу пока. Давайте еще раз попробуем с чистовщиком. Сэр, у меня есть небольшая проблема. Да, но у меня нет. Часы сломаны. Часы на дереве, они сломаны. Я не могу заставить их работать, прошу, помогите. Сломанные часы? Это безобразие, бедные часы. Вы должны мне помочь, прошу, почините их, мне нужно домой. Я никогда не чиню часы за просто так, иначе моя жизнь пропадает зря. О чем вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы, время золота, знаешь ли. У меня нет монеты с собой. Тогда часы никогда не будут подчинены. Прошу, сэр, сделайте в качестве одолжения. Мне нужно домой. Тогда я не могу тебе помочь. Принеси мне золотую монету, или я ничего не подчиню. Ясно, спасибо. Посмотрим, что могу достать для вас. Смогу ли достать для вас золото? Пока.
Не знаю, вот если ты гусеница не... Здравствуйте, мисс, у вас замечательные фрукты. Спасибо, дорогая. Хочешь немного? Нет, у меня миссия вернуться домой. Хочу быть голодной, когда... Хочу быть голодной, когда окажусь там. Ну ладно. Ты из какой части Версты? Ты живешь за пределами острова? Вот. Нет, я вообще не из Версты, я человек. Человек? Что-то новенькое? Что ж, надеюсь, ты выполнишь свою миссию. Спасибо, мисс, передам. До встречи. Крошки-корешки вас собираются съесть. Из-за апельсинов у меня главная боль. Ну ладно. Ой, дратути. Привет, крошка Коин. Ты очень милый. И спасибо, ты тоже милая. Я Френ, а ты? Я не Френ, я Зельма, и я хочу петь весь день деньской. А какая твоя любимая песня? Моя любимая песня звучит так. 1 и 1 будет 2, 1 и 2 будет 3, 2 и 3 будет 5, и 3 и 5 будет 8. Дальше не помню. Я выучил это в школе. Это весело. Звучит математически. Мне нужно идти. Кстати, у тебя красивые фрукты. Увидимся. Господи. Добрый день, сэр. Добрый день, маленькое существо. Я видел летающие лодки, сэр. Как они работают? Летающие лодки. Они словно плавают по воде. Но вместо воды воздух. Все просто. Я могу одолжить одну из ваших лодок, чтобы улететь? Хочу домой. Домой? Понимаю, но, к сожалению, лодки только для иверсианцев. Понятно. Что ж, спасибо, сэр. Хорошо вам провести время. О, монеты. Привет. Добрый день, дитя. Что вы делаете? Война вот-вот начнется. А я не вижу смысла в бессмысленном. Что вы имеете в виду? Присоединяйся, дитя. Я дам тебе золотую монету, если ты выживешь. Присоединиться в чем? Игра вот тут начнется. Ты играешь за Камал, а я за Валок. Белое и черное, свет и тьма. Это настольная игра, сэр? Да, настольная игра. Погрузимся в это приключение. Ты против меня. Я дам тебе монету, если выиграешь. Что скажешь? Окей. Да, конечно. А какие здесь правила? Разместишь 3 фигуры по диагонали, горизонтали или вертикали и выиграешь. Используем механизм, чтобы узнать, кто начинает. Играешь? Крестики-нолики, да. Конечно, похоже на крестики-нолики, в которые мы играли в школе. Но зачем вам отдавать мне золото, если я выиграю? Время золота. Я очень стар и живу очень, очень долго. Я просто хочу весело провести время. Понимаю, что ж, сыграем. Окей, допустим. Начинает белые. Так, допустим. Плып. 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 Ну, естественно. Плып. Плып. Ничья. Окей. Еще раз. Опять он начинает? Ну, ёпрсте. Ай, блин, что-то я тупанул, алё. Фак. Что-то я задумался над другим. Я задумался, что музыка какая-то странная немного. Ну, бывает. Пара-ба-п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 а. Чё все время он первый начинает, эта штука? Да дайте я первый начну, алё. Тупизм какой-то. Не до тупизм. Все по одному и тому же сценарию всегда разыгрывается.
По-моему, это надолго. Особенно, если он будет первый начинать все время. О, я начинаю. Окей. Хорошо. Вот так. И вот так. Все. Вот когда первый начинаешь, это гарантированная победа. Особенно если он начал вот так вот. Ну ладно. А чё, я же выиграл уже один раз. Ну ладно. Вот это я зря. Что мы делаем? Мне нужны еще монеты, что ли, или чего? Ну вот, пожалуйста. Еще монеты. Все, ладно, мне больше не надо. До свидания. Очень хорошо, маленькое существо. Ты мастер. Ура, я победил. У меня есть золотая монета. Я могу отдать монету теперь этому часовщику использовать. Вот. Вот, сэр, ваша золотая монета. Что это? Я не чинил ни одни из твоих часов. Я думал, вам нужна монета, чтобы исправить часы. Да, но сначала ты должна предложить мне работу, хорошо? Будь вежливой. Будьте ремонтником. Вы почините их? Сэр часовщик, хотели бы вы починить мои часы? Взамен на этот кусок золота и во имя времени. Я умоляю вас принять мое предложение. Конечно, это было восхитительное предложение о работе. Очень страстно. Отлично, пойдемте к большим часам и починим их. Ура! Ой-ой-ой-ой-ой. Мистер Паука-таракашка. Паукана-таракашка. Паукан. Услик-услик, паукан, по дороге летним днем. Ты была права, часы сломаны. Ведь можете их починить? Конечно, секунду. Ой. Вай-в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 ай. Да. Вот. Что такое? Похоже, что эти часы кто-то повредил. О чем вы? Я имею в виду, что их сломали. Это аморально, ломать беззащитные часы. Зачем кому-то их ломать? Камалы, зима, гора, котром, камни. Много причин, мисс. О чем вы говорите? Я не понимаю. Камалы, злая тьма. Они работают на Ремора, жуткую черноту. Только камалы могут здесь находиться. Единственное зло у нас в округе. Это меня не удивляет. Ремор хочет получить камни. Но я не понимаю. Для какой цели? Эти камни не имеют смысла в его королевстве. А камни в зимнем времени... Ремор — это огромный черный монстр в маске козла? Мертвого козла? Да, ты его знаешь? Да, думаю, из-за него я попал сюда. Понимаете, я человек. О, человек. Теперь я понимаю. Мне тоже нужны камни. Они мой способ попасть домой. Надеюсь, еще не поздно. Вот почему тебе нужно попасть в зимнее время и отправиться к горе Котром. Да, именно. Я должна поговорить с великим волшебником и одолжить камни. Что же, я все починил. Я дам тебе кое-что для удобства, вот. Вау. Это некий... Некие переносные часы? Это пульт управления часов. Ты сможешь отправиться во все четыре времени года, просто повернув его. О, удобно. Как только прототип... А, это только прототип. Он может не сработать, если ты будешь далеко. И запомни, время — это бесконечная слоистая реальность. Будь осторожна. Я буду осторожна. Большое спасибо, вы очень милый часовщик. Прошу, зови меня Когвинт. Хорошо, мистер Когвинт. Кстати, я Фрэн, скоро увидимся, пока. Окей, это теперь вместо таблеток у меня, да?
Ну хорошо, пойдем тогда к горе и зиму сделаем. Не то, вот так. Зюм. Окей. О, здравствуйте, господин волшебник. Ну ладно, давайте с волшебником разберемся в следующем эпизоде, чтобы их не затягивать. На этом я тогда закончу. Мы призвали зиму, исправили часы, призвали зиму, поиграли в крестики-нолики и так далее. На этом данный эпизод я закончу. Продолжим в следующий раз, ребята. Если вам понравился данный эпизод и данный ролик, то обязательно поставьте ему лайк. Пишите в комментариях, что думаете. Может быть, какие-то свои мысли или вопросы ко мне у вас будут. Ну, вообще, все что угодно. Вот. И, конечно же, расскажите об этом видео и о этом канале, о нашем с вами канале, своим друзьям, знакомым, ну, как обычно, ребята, чем нас больше, тем интереснее, согласитесь ведь. Вот, также не забывайте забегать к нам на стримы, я надеюсь, что в ближайшее время их будет много, причем всякие разные экспериментальные стримы будут по там подкастам и разным другим интересным темам, по разным игрушкам всяким, ну и так далее, меня много просят всяких разных инди японских там игрушек проходить, да, там а-ля там всякие Мисао, Дом Ведьмы, Ангелы, там этого Кровопролития вот недавно стримили, ну и подобных вещей. Мы экспериментируем, мы пытаемся, мы смотрим всякое разное интересное, поэтому забегайте, не стесняйтесь и зовите своих знакомых. Ну ладно, затянул я немножечко завершение этого ролика. В любом случае, с вами был я, Frostfire, дорогие друзья. Еще раз спасибо за просмотр. Ставьте лайки, как всегда. И я желаю вам напоследок удачи, друзья. И увидимся в следующих роликах. До новых встреч, пока.